Всем привет, друзья! С вами Неломоб и маленький водолаз по имени Цезарь Овечка. Мы сегодня продолжаем играть в игру под названием Субнавтика. Давайте залезем наверх, посмотрим. Сделали в прошлый раз мы платформу и такую замечательную вещь, как сборщик транспорта. Не допрыгиваю я. Вот он, сборщик транспорта, и скоро мы начнем уже наконец-то что-то тут делать. Мне ребята подсказывают на стриме, чтобы я, в общем, что сделал? Чтобы я взял и, в общем, этим транс, с помощью этой штуковины, чтобы я себе сделал мотылек. Так, вот здесь мотылек. На него нужна титановая слитка, энергоячейка и стекло. В принципе, очень мало нужно для него ресурсов. И циклоп неизвестен, это можно. А ракета спасательная. Пусковая платформа Нептун. Да я еще и платформу спусковую могу скрафтить. Можем сделать мотылек. В принципе, реально здесь ингредиенты нужны небольшие. Свинец, смазка. Но смазка у нас делается, если я не ошибаюсь, этих семян. Поехали за семенами, короче. Давайте все-таки эту штуковину сделаем себе мотылек. Возможно, это нас... Так, а ребризер не интересует. Ребризер. О, я могу передышать получше. Поехали, короче, за этими семенами. Если я правильно помню, сейчас я сориентируюсь. Вот это моя главная капсула. Вот где-то вот там были семена, водоросли. Вот в этой стороне. О, кстати, видите? Капсула номер 17 упала рядом с пещерной системой и подверглась нападению. И мне еще ребята подсказали, за что им большое-пребольшое спасибо, что рыбу нужно делать соленую. Она тогда дольше она тогда хранится, эта рыба соленая. Ну, такую теперь и будем готовить. То есть она портится дольше, как мне объяснили. Хорошо. Так, это что, металлолом? Похоже на то. Мне нужны семечки вот такие. Опа, семьи выросли. Возьмем две штуки на всякий пожарный, да? Привет, акула. Так, теперь мне нужно вернуться обратно в капсулу, сделать себе от этого масла. И понемножку я так себе скрафчу, короче, то, что мне и надо. Так, ой, ночь наступает. Ой, не люблю ночь, знаете ли. Очень даже не люблю. А что у меня есть? Еда какая-то есть, кстати? Крайне питательный. Готовим. Приготовили и съели. Хорошо. Хорошо, заходим в капсулу. Сейчас мы сделаем себе, получается, этого маселко. Маселко, где оно там было? Так, вот здесь, вот, смазка. Я, наверное, сделаю себе сейчас сразу еще одну баночку смазки. Я думаю, что в будущем, возможно, она нам пригодится. Так, титан. Я вот, видите, я забыл уже, титан там вроде тоже. Нужно было сделать эти вот... Сколько титана нужно, кстати, для того, чтобы сделать эти штуковины? И сколько их там нужно было сделать? Ах, жалко, что я не запомнил. Вот. Силиконовая резина, титановый слиток. Нужно 10 титана. Его нереально нужно много. А у меня сколько? У меня 1, 2, 3, 4. 5. 5, всего лишь 5. 5, а где мне еще теперь достать титана? Вот здесь у меня, по-моему, был. 6, 7, 8, 9, 10. О! Хорошо, давайте сейчас заплывем вот сюда и точно уточним, посмотрим все, чтобы мы ничего не напутали с вами. Залазим на эту установочку. Сейчас будем себе делать, короче, вот, транспорт. Титановый слиток, энергоячейка, которой у меня нету, стекло, две штуки, свинец. Опа, свинец нужен еще. Стекло, две штуки. Стекло где-то у меня... А было ли у меня стекло? По-моему, его нужно крафтить. Его, кажется, у меня тоже не было. Сейчас мы поищем, конечно же, его. А вдруг у меня где-то завалялось? Свинец одна штука. Есть такое дело. Стекло. Так, титан. Неинтересно. А где еще один сундучок мой? Этот, что ли? Открываем. Тут тоже нету. Тут есть только титан, кусочек один. Тут его тоже нету. Ладно. Возвращаемся. Хоть что-нибудь сейчас скрафтим. Так, смотрим, сможем мы, силикон не интересует. Вот, титановый слиток, готово. С этим мы справились, стекло нужно было две штуки, я запомнил. Стекло. Кварца нужно всего лишь две штуки. Поехали за кварцем, значит нужно 4 кварца. Раз кварц, вот, есть кварц. Здесь кварц есть, нету кварца. Здесь я посмотрел. Отходим немножко назад. Кварц был. 4 кварца у меня хотя бы было. Или их, может, мне и даже не было.
что такое? Это алмаз. Отложение соли. А у меня нету кварца? А где мне кварц искать? Алло, гараж. Без кварца у нас... А, может быть, еще тут в этой была штука у меня кварц. Сейчас тут посмотрим еще. Тут у нас же был тоже один сундучок. А ну-ка. Кварц, пожалуйста. Кварц. Раз, два, три. Все. По идее, у нас должно всего теперь хватить для того, чтобы создать два стекла. Раз стекло. Есть. И еще стекло. Два стекла. Есть. Отлично. Слушайте. Раз уж мы здесь... Раз уж мы здесь, мы можем сейчас приготовить соленую рыбку. Соленую. А если такую соленую рыбку? С пузыря. Не показывает, какую мы сделаем. Ладно, воду делаем. Вода мне сейчас тоже пригодится. Воду еще. Так. Все. Сделали. Теперь пошли дальше проверять. Воды мы можем немножко похлебать. И теперь поехали смотреть. Смотреть, собственно, чего мне еще не хватает. Плывем, плывем, плывем. Вот она. Залазим на нее. Залазим. Нажимаем. И еще нажимаем. Вот. Теперь мне осталась всего лишь энергоячейка. Я надеюсь, что мы ее сейчас быстренько сделаем. Опа. Под воду. Сколько идет трансляция? Примерно третий час уже. Пока мне надо идти. Пока. Привет, Саше и Данилу. Привет вам, ребята. Так. Я отвлекся. Энергоячейка. Точно. Энергоячейка. Энергоячейка, есть силиконовая резина и две батареи. Делаем, делаем. Все, сейчас у меня будет мотылек, получается. По идее. Так. Так, 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 так. Спускаемся вниз. Мотылек, 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 ты мой. Наконец-то я тебя скрафтердол. Скрафтил, дорогой. Че это только что произошло? Я случайно с эту штуковину, кажется, свернул. Нужно ее опять развернуть. Так, а где бы ее где-то вот в этом месте поставить? О, поставил. Залазим на нее. Залазим, поднимаемся. Так, сборщик транспорта. Вот он. Мотылек! Я сделал мотылек! Мотылек является быстрым и безопасным средством транспорта. Но помните, что плавание превосходно сказывается на ваших ягодичных мышцах на уровне. И что, мы только что его скрафтили, да? Где он? Я не понял, где он? Он у меня в инвентаре? Подождите-ка, я что-то не догнал. Морской глайдер. Пушка. Где мой мотылек? Мотылек. И написано там какая-то дистанция до него. 21 метр. А, вот он. Тьфу ты, ё-моё. Чё мне так далеко его забросили? Оттуда аж сюда сбросила его. Не понял, мотылек, ты чего? Не пугай меня. Уи, я могу плавать. И как долго мне хватает на него энергии? Сколько угодно. Как его заряжать? Как он заряжается? Классно, слушайте. Уи. Ну, слушайте, прикольно. Мне нравится. Жух. Вынырять могу. Жестко. Классно. А у меня были какие-то ячейки для улучшения мотылька? Какие-то... А ну, как вылезти с него? Вылез. А ну-ка смотрим хранилище. Циклоп. Мотылька. Модуль глубины погружения. Опа. Берем. Как мне этот модуль использовать? Выбросить. Как мне этот модуль вставить? Алло, гараж, у меня есть модуль. Выйти. Как-то, как вставить модуль сюда? В глубины погружения в этот мотылек. Мотылек, ты понимаешь? О, есть фонарик даже. Так, крутяк. Чтобы заряжать, нужна стводковая шахта. Энергоячейку и заменяешь. Понял. Так, ну слушайте, ну классно. Только как мне эту штуковину туда еще запихнуть? Увеличивает безопасную глубину погружения. Эффект не складывается. Выбросить могу эту штуковину. А как его подобрать? Типа себе залезть в мотылек только можно. Не, ну он красивый. Слушайте, гляньте, какой он четкий. Мотылек, написано, мотылек.
Классный современный транспорт, слушайте, классный, просто отличный. Хорошо, что мы с этим делом сейчас можем сделать? Как я хочу его испытать? Во-первых, мне нужно глянуть на свои данные, вот эти вот все. Радио «Мотылек» является спасительной капсулой номер 19. Капитан погиб. Мне нужно к 19 капсуле туда подплывсти. Мне нужно найти еды какой-нибудь себе, а то у меня еда совсем закончилась, ее тут нету. Вода еще какая-то есть, употребить. Поэтому сейчас я беру морской глайдер. Иду охотиться, что-нибудь искать, поживиться, чем-нибудь покушать надо. Так, что там? Что там? Капсула. Место последней передачи от нового помощника Кайна. Капсула 17, капсула 19. А тут что у меня в меню писали, про какую капсулу? Про 19-ю. То есть мне надо вот туда двигаться. Понял, но вначале мне нужно что-нибудь пожрать. Так, поехали. Еда, еда, еда. Вот эти очень вкусные, товарищи. Оп. Раз, два. Иди ко мне. А, источник питания нету. У меня закончились батареи. Я просто плаваю в этой штуковине без батарейки. Опа. Надо батарейку будет скрафтить. Ой, а с батарейками у меня сейчас туго. Ничего, будем на мотыльке плавать, ничего страшного. Мотылек тоже вещь прикольная. Так, значит, сейчас мы... С водой у меня тоже проблемки есть небольшие. А ну сюда, а ну сюда, а ну сюда. А ну-ка, папечки, давай. Есть, поднял. Сейчас мы сделаем себе немного еды и поплывем к той капсуле номер 19. Залазим. Фух, так, сюда готовим еду. Одну такую сделаю пескуна, такого, потому что он мне и жажду будет утолять немного. Даже два таких сделаю. Сейчас я их обоих сожру. А потом себе соленых сделаю пескунов. О, так, отложение соли. Соленые... А где у меня еще была соль? Здесь? Кварц, кварц, кварц. Отложенные соли. О, есть соль. О, еще солененького. Солененькая. Ням-ням-ням-ням-ням. Так, смотрим. Значит, вот это у нас соленый. Минус 2 вода. 32 голода. Употребить, употребить, употребить. О, почти все скушали. Законсервированная в соли. Полезная и питательная пища, вызывает обезвоживание, но хорошо хранится. Отлично. Вот эта штуковина, на самом деле, я пока что не понял, как этот модуль использовать. Куда его впихнуть, этот модуль? Ну, возможно, еще есть подозрение, что мне нужно как-то к этой штуковине, допустим, залезть. Ой, я его подобрал. Ах! Случайно, случайно. Я теперь его выбросил. Надо на него залезть. Подняться, да. Поднялись. Вот, допустим, сборщик транспорта. Как-то циклоп. Я хочу его улучшить, а как-то не получается, что ли. Ладно, поехали в циклоп. Циклоп, я иду к тебе, дорогуша, залазим. То есть мотылек, тьфу ты, ё-моё. Все перемешалось у меня. Так, теперь мне нужно к 19-й капсуле плывти. Вон ту сторону. Может быть... Ой! Я случайно врезался. 99% у меня, получается, энергии есть. То есть я могу еще где-то по дороге его потерять? Так выходит, что ли? Так, энергии у меня немного, но, в принципе, вроде как хватает. А если меня... А если я что-то захочу словить какую-то рыбку, у меня получится, интересно? Иди сюда, детка! Ой, оно у меня хорошо так бахнуло. 89 у меня жизни осталось. Ой, вернее, ну... Видите, оно в меня врезается? Ой, довольно-таки далеко. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, короче, 300 метров глубин. Последняя передача. Красная эта штуковина всякая. Вон эти акулы, вон эти вот непонятные, опасные. Не хочу с ними связываться. А куда-куда я плыву? Я куда-то плыву не ту сторону, по-моему. Или я все под контролем. Где оно, где оно? Ага, еще глубже надо куда-то нырять. Куда еще глубже, скажите мне? Так, с кислородом у нас все чики-бомбони. Все очень хорошо с кислородом. Ага, вот сюда в глубину. Боже, как страшно. Капец. А свет можно? О, есть лампочка. Боже мой, я боюсь! Я реально боюсь туда в темноту плывти. Там может быть что угодно, вы согласитесь со мной, правда же? Мне нужно было взять с собой факелы, чтобы я вокруг, хотя бы вокруг этой местности набросал эти факелы. Боже, как стрёмно, капец. Боженьки, куда я заплыл? О, боже, ты мой! А! Что? Отметка критической глубины 200 повреждена корпуса неизбежной. Восстановите как можно скорее.
Корпус повреждается. Куда вы всплываете? Трындец моему корпусу. Что с корпусом не так? Биоразнообразие в данном регионе какое-то очень низкое. Неизбежно какая-то ерунда. А что это произошло? О, это выход наружу. Наружу выход. Почему мой корпус начал бить? Капсула. Почему мой корпус поврежден был? Выйти. Как его отремонтировать? Могу ли я этой штукой ремонтным инструментом? Три. О, ремонтирую. Ремонтируется? Ремонт. Энергия. Ремонтируем. Опа, залезаем в мотылек. Так, 100%. Ну что же, рискнем? Я думаю, что надо рисковать. Полетели. Снова выйдет из строя мотылек, что ли? Я подлатал его немного. Боже, как страшно. О! Мы доплыли до дна. До днища. Тут тупик, тут как сейчас врежемся как бы в эту штуковину. Стрёмненько. А! Какие-то остатки. Чё там? Чё-то такое. Опа, здесь надо разрезать, наверное, этим самым лезвием. А где эта штуковина? Еще глубже? Я рискую. Еще глубже, там дальше стена. Куда еще глубже? Все, мне капец. Сейчас этот транспорт вообще выйдет из строя, я тут погибну. Все, спокуха, я плыву обратно. О, меня там уже эта медуза встречает. То есть этой штуковины моей... аварийный источник питания. Я понял, мы почти сломали свою эту штуковину. О, здравствуй, друг прекрасный, здравствуй. Здравствуй, друг прекрасный. То есть вы поняли? Мы в принципе... Боже ты мой. Чего ты тут шумишь? Чего ты шумишь тут, товарищ? Выходим. А где она? Где она? Вот она. Ремонтная штуковина. Ремонтируем. Что происходит? Что меня ударило? Кто меня укусил? Что-то было. Ремонтируем тихонько. Кто меня бьет вечно тут? Кто меня лупит? Что здесь происходит вообще? Кто здесь? Кто меня бьет? Тебе надо оставить модули сбоку мотылька. Надо оставить модули сбоку мотылька. Опа, подсказочка от ребят пришла. Что-то штуковина на меня плохо действует. И она меня бьет, что ли? Модули сбоку мотылька. Давайте посмотрим. Вот я, к примеру, выпал с него. Лампа нужна мне. Лампа, подсветка. Так. Модули сбоку мотылька. Модули. Доступ к улучшениям. Опа. Есть. Экипировать. Опа. Глубина 300 метров. Улучшение. Спасибо большое, ребята. Спасибо большое. Благодарочка. Так. Теперь я могу плавать еще глубже. Но надеюсь, теперь я туда доплыву. Добро пожаловать на борт. Надеюсь, теперь я туда доплыву. Полетели. Так, вода. У меня аптечки нету. Что? А заражать его снизу, где энергоячейка? Вставлена энергоячейка. Невидимых рыб-змей. Плывем. Аккуратно плывем. Аккуратненько. Вот здесь, видите? Здесь можно было где-то в обломках что-то найти полезное, я так понял. Вот тут можно было разрезать. Там что-то яркое светится, гляньте-ка. Тут полно этих сундуков различных. Надо что-то изучить, какие-то рецепты новые. Вон какая-то штуковина. Я могу с нее выучить как-то дело? Наверное, выплывать.
изучать. Три. Что это такое? Фрагмент торпедной установки. Костюма. Ого. Торпедная установка? Костюма? Это что такое? Торпеды смогу запускать. Это что такое? Теплоэлектростанции. Хорошо. Надеюсь, тут меня никто сейчас не уничтожит. Так, залазим, мотылек. Мотылек. Новые рецептики подъехали. О, нормальный движ. Новые рецептики подъехали. Плывем дальше. Вот тут можно было как-то в эту штуку вот тоже залезть, я так подозреваю. Ай. О, еще кусочек фрагмента. Так, три. Костюм. Торпедная установка. Опа. Торпедная установка. Отлично, слушай. Торпедный, это что такое? Биореактор. Это как это понять? Берем. Это что такое? Фрагмент стыковочной шахты. Чертежи стыковочной шахты. В базе данных открыт новый чертеж. Четенько, слушай. Мне это очень нравится. Новые рецепты. Всегда рад новым рецептам. Это металлолом, да? Отложение соли. Нет, неинтересно. С воздухом пока все отлично у нас. Это что такое? Пластинка. Это пластина просто. Пустые коробки. Тут не открытые коробки. Вот здесь, если взять резак... У меня есть резак? Есть, лазерный резак. Отлично. Воздух у меня еще есть. А где это было? Я видел, явно, точно помню. Здесь было такое местечко, где можно было разрезать. Или это не то? Это, видимо, не те обломки, которые я видел раньше. Вот это, наверное, те. Тут ничего обрезать, видимо, нельзя. А там что-то светится, вон, гляньте-ка. Интересно. Давайте подышим. Залезай, мотылек. Там что-то светится. Что-то яркое светится, видели? Что-то интересненькое. А ну-ка, куда оно было? Надо выше чуть подплывсти. Так, смотрим, где там светилось. Вот оно. Вот сюда хочу. Так, подсветочку себе тут устроил. Ой, рыба пукает. Тихо, рыба. Не пукай. Так, изучаем. Это не изучается. Вот это. А, фрагмент торпедной установки. Есть такое дело у нас уже. Тут больше ничего, по-моему. Опа, это что? Открыть ящик стандарт. Открываем. Консоль улучшения транспорта. Чертеж? Это какую-то мы новую штуку... Консоль улучшения транспорта. Это как понять вообще все? Так, вот это что? Где-то тут была еще такая... еще одни обломки, и там нужно было явно распилить дверцу. Похоже вот на это очень. Я приплыл к капсуле на самом деле. А тут столько всего интересного. Вот, давайте тут подсветку оставим. Вылезем. Пойдем поизучаем. Фрагмент стыковочной шахты. Стыковочная шахта. Вот здесь. Режьте. Чтобы открыть. Режем. 11%. 22%. 30%. Блин, там сейчас не рвануло все. 50. 60, 70. Что же, что же мы там найдем? Я не знаю. Интересно. Есть. Лампа. Так, аптечка, наверное. Система пожаротушения циклопа. Взять анализатор образцов. Нерабочий. А зачем мне там анализатор образцов? Микроскоп нерабочий. Взять маленькие колба для образцов. Ну, возьмем. И все? Это что, запечатанная дверь? А, то, что я понял. Свет, нужен свет. Тут все забито, да? Туда и не пролезть. А, я понял, как это. Мне нужна тут пушка эта моя. Пушка. Так. Один. Оно не хватает ее. Не хватает ее почему-то. Энергия есть, все есть, но не хватает эти балки. Я туда не могу проплыть, мне не хватает энергии. Я не могу это разбить, расчистить. Там что-то есть, по-моему, интересное. Не хватает туда возможно. Ой, у меня воздух заканчивается. Ведь это поднимается. Это стреляет, а это не поднимается. Тут нужно как-то стрельнуть чем-то другим. Видимо. А, воздух заканчивается, воздух, понял? Воздух заканчивается. Сейчас бы еще умереть. Сейчас бы еще погибнуть. Так, залазим в мотылек. Наша вообще-то главная тут была цель найти ту капсулу, правда же? А где она уже потерялась? Ты это все рассверлил, все изучил, все понял. А где же это вот?
обозначение 9. Это база моя, да? Это 17-я. Мне нужна 19-я капсула. 19-я капсула. 19-я. Вот она. Это отключим пока что, чтобы не мотылек. Хорошо. 19-я капсула. 19-я. Синенький. Синенькое обозначение. Где она? Я не вижу нигде синего обозначения. О, вот, все, вижу, подо мной прямо. Ну, плывем. Я вроде бы улучшил немножко свою сейчас эту штуковину, мотылек. 100 метров еще глубину. Должно хватить, да? А вот это она и есть. О, какая-то дискетка валяется. Да? Давайте вылазим, короче. Короче, вылазим. Голосовой журнал помощника Кина с капсулы 19. А внутрь можно не попасть? О, еще что-то, аптечка. Баллон сверхвысокой емкости. Нормальный движ, слушай. А тут что? Опа, внутрь. Это что такое? Бортовой журнал помощника Кина с капсулы. Хорошо, а есть фонарь? New PDA data. Хорошо, а тут что-то мы можем? Я пятерочку нужно поизучать, не знаю, какие-то кресла, новые какие-то штуки, новое строение. Не. Все, что хотел, получил. Что кричит? Кто тут кричит, я не понял. Кто здесь? Признавайся. И гляньте, тут еще какие-то растения такие непонятные. Я могу их изучить? Могу. Местные формы жизни. Разбудить. О! Плюется! Успокойся, колючка дурная. Это о! Зарядное устройство ячеек. А-а-а, я погиб, боже! И потерял своего мотылька там на той глубине. Часть вещей, а мотылек? Самое главное, мотылек где? Эй! Мотылек, мой дорогой. Мотылек! 1000 метров под глубиной! А там что? Что там? Точка встречи Авроры. Суша. Точка встречи Авроры. Суша. То есть, получается, мне нужно будет делать нового мотылька, чтобы достать этого мотылька. Это жесть. Я только что умер. Но там было... я мог изучить рецепт, чтобы перезаряжать свои батарейки. Это очень ценная вещь. А эти штуковины взяли и меня, короче, заплевали там. Но у меня мало жизни было, я рискнул. Ой, ребята, жалко. И мотылек 1000 метров. Ну давайте, знаете, что еще сделаем? Смотрите-ка, зайдем сейчас, получается, в журнал. Посмотрим, что там загруженные данные, например. Выжившие с Авроры. Бортовой журнал помощника капитана. Всему экипажу Кина с капсулы. Всему экипажу, если вы читаете это, значит, вы следовали за автоматическим сигналом бедствия, отправляемым с бортового компьютера этой спасательной капсулы. Вопреки моим приказам, я был вынужден эвакуироваться. Вам приказано забыть о моей безопасности и попытаться добраться до назначенных координат места встречи на ближайшей суше. Я надеюсь увидеть вас там. То есть он там нас координаты оставил мне? Понятно. Голосовой журнал помощника капитана. Ну, нажмем. Это Аврора, ответь. Кин, это Кин. Капсула отделилась штатно. Приземление через 30 секунд. Компьютер обнаружил суши. Координаты прилагаю. Я хочу, чтобы ты собрал экипаж там. Понял вас, но теперь ты за них отвечаешь. Не подведи их. Капитан, вы должны эвакуироваться. Никак нет, тебе нужен целый корабль, чтобы связаться со штабом по данным связи. Я попробую управлять управляемый спуск. Взрыв на борту Авроры. Капитан? Помехи. Все взорвало, все испортилось, нас подорвали. Журнал операций. Журнал прибора. Ага. Так, журналы пробой на защитном кожухе ядра. Жесть, короче. Но суть в чем заключается сейчас суть? Что мы нашли точку новую. Сигнал капсулы, это все прикольно.
Вот у нас спасательная капсула. Сигнал, точка встречи Авроры. Суша. То есть нам теперь нужно добраться до суши. Я не знаю, получится ли у меня без мотылька своими силами туда доплывти под воду. Но, скорее всего, что я там задохнусь. Но учитывая то, что у меня есть вот такая вещь волшебненькая, да, возможно, все-таки я туда доберусь и выживу, знаете ли. То есть, может быть, я и не погибну, если я туда пойду сам. Ну, имеется в виду своими силами, то есть поплыву. Может быть, получится своими силами доплыть на 1000 метров под воду и забрать свой мотылек и потом отправиться на остров. А может быть, нет. Вот причем я в следующей серии попытаюсь своими силами туда доплыть. Это все дело, получается, там собрать и забрать свой мотылек и потом уже на остров поплыть. Но это уже будет совсем другая серия, в другом видеоролике будет. А пока что всем спасибо за просмотр. С вами был Неломоб и маленькая овечка по имени Цезарь. Всем пока-пока.